Явление диффузии в газах можно смоделировать на специальной установке. Моделями молекул являются прозрачные диски, на поверхности которых закреплены постоянные магниты. Обратите внимание на то, что молекулы разных газов моделируются дисками, окрашенными в различные цвета. Верхняя поверхность коробки, на которой лежат диски, имеет отверстие. Коробка соединена с воздуходувным устройством. Если воздуходувное устройство привести в действие, внутрь коробки будет закачиваться воздух, и в силу эффекта воздушной подушки модели молекул придут в движение. Обратите внимание, что движутся они при этом хаотично. Предположим, какой-то сосуд разделен перегородкой на две части. Допустим, в одной из частей сосуда находятся молекулы какого-то газа. Молекулы этого газа моделируются дисками желтого цвета. В другой части сосуда находится другой газ. Его молекулы моделируются дисками зеленого цвета. Если перегородку убрать, молекулы газов станут взаимодействовать. В силу их хаотичного движения со временем в сосуде образуется смесь из двух газов.